коляска детская раскладная, которую я уже варил. Уже на моем канале есть видео, где я варил эту коляску. Вот, вот мой шов. Как видите, он целый. Но рядом, как вы видите, лопнула другая перемычка. Вот. И сейчас я буду пытаться ее заварить. Зачистить, естественно, все подготовить. Ацетоном обезжирить. И отремонтировать снова. Вот эти вот коляски, их в народе называют презервативами. То есть, как бы они одноразовые. Никому не советую покупать такие коляски. Ну, хотя для меня это выгодно. Так что будем ремонтировать. Смотрите, зачистил я оба конца. Вот сейчас вот так вот ацетоном обработаю и буду прихвачивать, а потом варить. Посмотрим, как оно получится. Как оно пойдет. И вот смотрите, как получилось все прекрасно заварить. Видно, все хорошо получилось, все прекрасно получилось. Магниевой проволокой варил. Так, ну это видео не для того, чтобы там учебное или какое-то там показать, похвастаться. Это видео для того, чтобы предостеречь людей, которые покупают такие одноразовые коляски, которые называются презервативами. Они вам обойдутся, как Гитлеру Курская дуга. Так что, хотите покупайте, хотите нет, конечно. Ваше дело. Но мое дело предупредить. С вами был Ралик. Спасибо за внимание. До свидания.